Всем привет! Сегодня у нас распаковка посылочек. Нам пришло 3 посылки. И мы сейчас вместе с вами распакуем и посмотрим, что же там. Да, сейчас распакуем маленькие посылочки. Давай мелкую открываем. Так, посмотрим, что здесь. Так, да. Это коробочка с держателями. Клипс-органайзеры. Упаковочки 4 штучки. Ручку может держать. Это прилепили. То есть такие держатели специальные. Наушники, например, возле ноутбука. Вы любите, чтобы были наушники сюда. Держатели прилепили. Ну, то есть такая держат. Удобная штука. Это просто провода. Который, ну, у вас будет всегда порядок. Значит, у вас не будут разбросаны под ногами шнуры. Да, написано. Надійно кріпиться до поверхні за допомогою спінного скотчу. В комплекте клипсы кольору. Вот, сейчас мы попробуем откроем, открыть. Посмотрим. Посмотрим. Это маленькая такая. Это очень удобно. У вас никогда не будут валяться шнуры под ногами, клипсики. Под столом. То есть вы зацепили и очень удобненько. Клипсики. Сейчас как у нас... они цепляются. А, здесь отклеивается. Наклеечка, да. Штука такая. Она... Пленочка клеится и липнет. Липнет, да. Получается у нас розовенькая, черная, желтая, салатовая. Прикольно, разных цветов еще. Класс. Для настроения. Супер, они такие как резиновые. В принципе, вы можете, да? Что угодно крепить. Резиненные. Не только как бы провода. Да, просто удобный. Вот на для, ваше усмотрение. Написано, можно выкрутить для кабелей, наушников, дрібної канцелярии и много чего іншого. Типа для вашей фантазии. Да, то есть у кого какая фантазия, да. Кому... Что нужно закрепить, тот может. Мне кажется, что удобно цеплять, там где провода, например. Мелкие вот эти, даже вот наушнички мелкие, чтобы не запутывались. Да, USB-шки можно всякие повесить кабель. Себе. Классно. Это просто маленькая упаковочка. Да, там больше ничего нет, да? Нет, 4. И классные цвета, кстати, любимые. Да, прикольно, что они не все там черного, например, цвета. Да. По-разному. Такие веселые, летние цвета. Так, и... Вторая посылочка тоже такая. Да, только интересно, сейчас какие там. Сейчас откроем, тоже посмотрим, какие цвета. Одинаковые или нет. Угу. Все очень классная штука. А вроде бы нет. Такая же, да. А, да, такая же. Посмотрим тоже. А, не такое. Ну, такие же, просто по-другому лежат. А мне показалось, что сиреневый, да, тоже. Тоже такие яркие, разных цветов, да. Такие же цвета. Розовый, желтый, сатый, черный. Блин, прикольная штучка. И такое плотное, прорезиненное, хорошо. Аж 4. Сейчас у нас аж 8. Да, кстати, сколько оно стоит? Ну, знаешь, это по 100 с чем-то гривен. Где-то 100 с чем-то, да. Гривен. По чем. Такая упаковочка. Прикольненький. Так, следующая очень посылка, пока побольше. А большая, интересно, что там. Открываем. И смотрим. О, мицеллярная. Это мицеллярная водичка от Garnier. Класс, такая большая, 400 мл. Это новинка для всех типов кожи, особенно для чувствительных. А снимает макияж, очищает, успокаивает. Для лица, глаз, губ, без трения, не требует смывания. Супер, это большой объем. Это очень классная водичка, тем более у кого чувствительная, да, кожа. Она не будет, да, у вас никогда раздражений, никогда прыщи не будут выскакивать. И просто протираете кожу лица. Да, смывать ее косметику очень. И круто. Можете даже просто, кремчиком намазаться потом, да, и никакой косметики не наносить, и будет свежая, вот, да, кожа. Да, особенно такая. Летом. Вот летом не думаю, что будет носить косметику кто-то. Будет вот дышать. И, кстати, 400 мл такая немаленькая, да, бутылочка классная. И мы ее в Еве видели, да, за 90 гривен. Да, она не дешевая, конечно. Маленькая была 30 гривен, уважает. Очень удобная и надолго хватает. Такой объем.
Не маленький. Если масенькие такие, да. Я думаю, лучше купить такую же. Есть 125 миллилитров, да, такие мелкие, да, по 30 гривен. Это 400. Супер, это новинка, кстати, розовенькая. Просто у нас уже голубая была. Да, там для нормальной кожи, для комбинированной. Для чувствительной. А это именно для чувствительной. На классно жару. На жару. У кого даже на нормальная кожа, а в жару она становится какой-то очень более чувствительной. Так что такая мицеллярная водичка будет кстати. Можете заказывать. Потому что на самом деле очень классная вещь. Надолго хватает, да? Да, я уже говорила. На полгода нам хватило. Так что сегодня у нас такие были посылочки. Спасибо, что смотрели. Всем пока-пока. Пока.